Работали без перерыва и выходных. Ульяновские предприятия буквально за неделю подготовили большой комплект экипировки для ульяновских мобилизованных. Первые такие наборы уже отправлены в пункты боевого слаживания. Более 15 различных производств с нашим Министерством экономического развития и промышленности мы подключили к работе. Это мебельные производства, это швейные предприятия, это торговые компании, которые помогли практически в недельный срок нам собрать и сделать, самое главное, произвести необходимую продукцию. Как отмечает Руслан Гайнединов, это дополнительный комплект к уже имеющимся базовому комплекту Министерства обороны. Все вещи закуплены за счет регионального бюджета. В набор входит баул, рюкзак на 100 литров, резиновые сапоги, термо и нижнее белье, носки, балаклава, медикаменты, очки для стрельбы. Есть теплый спальный мешок до 30 градусов, коврик и сидушка, чтобы прислоняться к холодной поверхности. Воинские части региона отправляют спальные принадлежности. Их также шили ульяновские мастерицы для удобства и комфорта мужчин. Наши фабрики, наше производство, матрасы, наши мебельные компании, и это подушки, одеяло, весь постельный инвентарь, в составе простынь, наволочки, все производство наших фабрик ульяновских. Качество вещей устроило боевых инструкторов, которые работают с мобилизованными. Также высказали дополнительные пожелания по вещам. Как рассказали военные, сейчас проходит обучение бойцов, идет формирование подразделений, укомплектовываются роты и взводы. В целом мы уже запустились в учебный процесс. То есть личный состав уже проходит подготовку по таким направлениям, как медицина, а тактика специальная подготовка, разведывательная деятельность, инженерная подготовка, квадрокоптеры. То есть уже все в штатном режиме. Также физическая подготовка у них с самого раннего утра. Инструкторы отмечают, за эти дни с парнями сложились близкие отношения. Парни ответственно подходят к обучению и показывают хорошие результаты в подготовке. Анна Тищенко, Улправда ТВ.